Всем привет! Известно, что колибри является самой маленькой птичкой в мире. Но эти пернатые являются рекордсменами в мире не только по своему размеру. Колибри обладает множеством интересных особенностей, не свойственных больше ни одному теплокровному на Земле. Эти птицы питаются нектаром и зависают в воздухе прямо над самими цветами. Их крылья делают при этом до 100 взмахов в секунду, производя легкое жужжание. Только ночные бабочки способны на такой полет. Но они являются насекомыми, а колибри – это птица. Колибри – настоящие виртуозы, умеющие летать хвостом вперед. Это объясняется особым строением их крыльев, которые создают подъемную силу не только при опускании вниз, но и при движении вверх. Уникальная техника полета делает колибри самым маневренным пернатым летуном. Но из-за маленького размера и колоссальных потребностей в энергии во время полета, эти птички должны постоянно питаться. Поэтому ночью, чтобы не погибнуть во время сна, они впадают в спячку. При этом их сердце делает всего 40 ударов в минуту, а во время полета более 1000 ударов. В жизни колибри много опасностей. Ночью они очень беззащитны перед хищниками, а днем им постоянно нужен свежий нектар, чтобы утолить голод. Тем не менее, эти птицы уже многие тысячи лет украшают собой леса Южной и Центральной Америки.